Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем Моргенштерна, фит с Моргенштерном. Немного свое мнение скажу еще. И пак ремиксов, в общем, на Cadillac, по-моему, был где-то. Если я его найду, то мы прослушаем его еще. Ну а теперь давайте послушаем этот замечательный хайповый трек Ice, очередная вышка, пушка от Моргенштерна. Знаете, когда началась вся эта движуха с тем, то, что типа вот, тот второй, кто на фите, не отвечает мне и так далее, я уже сразу понял то, что опять раздувает чувак. И это, ну, уже как-то скучно от всего этого стало. Надо бы что-то поприкольней, пооригинальней, мне кажется, я не знаю. С Кадиллаком тоже было забавно, но, блин, все предсказуемо, короче. Верят, мне кажется, только дебилы вообще всей этой движухи, которую, ну, фальшивой шумихи, которую создает Моргенштерн вокруг своих треков. Это, конечно, круто, привлекает внимание и, ну, вот так вот наебывает, короче, слушателей, да и вообще всех. Короче, давайте не будем тянуть, заценим супер тречок Ice. Вроде как он крутой должен быть. Так, звучок прям из... Это Ашер, типа, ну вот тоже нулевые, короче. Я что-то, короче, ничего не могу сказать даже про это. Просто очередной высер от Моргенштерна. И это, типа, считается круто. Типа, кочевая крутая тема или что? Я, скорее всего, не шарю, ребят, окей. По треку даже говорить мне ничего не хочется. Какая-то шляпа, пиздец. Очередной раз. Можно даже тупо не слушать, наверное, больше Моргенштерна. Ну, потому что что-то это вообще... Ну, я в ахуе. Я даже не знаю, какую песню выделить вот из последних у Моргенштерна, чтобы вот прям сказать то, что да, вот это вот очень круто. Может, конечно, я что-то выделял. Но и Кадиллак, и Пососи, что-то вообще. А, вот, Кадиллак ремикс, давайте заценим. Клаб ремикс, я думаю, сразу пропускаем, потому что это клаб ремикс. Мне интересно было послушать капеллу. Да, понятно, для клубов. Так, капелла, что нам представил капелла? Короче, тоже танцевальная тема, да? Ну, звучок прикольный, да. Такой, типа 80-й, что-то типа того. Да, ну прикольный ремикс. Cadillac Chill. Ремикс by Gosha. Че, реально что-то лайтовое такое спокойное будет? Мне кажется, или там, ну, звучок, по-моему, такой типа пластинка это. По-моему, да. Такой теплоты добавляет треку. А, ну да, клаб ретро ремикс. Я не заметил, что-то пропустил как-то это слово у капеллы.
и чил. Ну, в общем и целом, второй ремикс более-менее. Я бы даже на него, под него бы потанцевал, наверное. Нет. Вот, ладно, все понятно с этим. Давайте попрощаемся с творчеством Моргенштерна. Мне кажется, я больше ничего не буду смотреть. Посмотрим, что будет. А, с Тимати же еще что-то должно быть. Интересно было бы посмотреть на это и послушать. Если вам интересно, как бы пишите в комментариях. Если нет, если не хотите видеть реакции прослушки на Моргенштерна, можем попрощаться с ним навсегда. Вот, короче, увидимся в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.